Ai, rebola na piroca, nos maloca, vai gostar, joga o toba no peru de favela. Caralho, vai, quica no pau, caralho, vai, quica no pau, caralho, vai, quica no pau. Всем привет, с вами канал Видеохайп, и сегодня у нас новенький ролик, и опять про фингерборды. Сегодня я купил фингерборд за 1000 рублей, и, кстати, ребят, подписывайтесь на канал, потому что у нас еще будет очень много интересных видеороликов про фингерборды. И вот, ребят, мы уже перебрались на стол, вот видите сам фингерборд, упаковка, на упаковке написано, внутри этой коробки профессиональный фингерборд Turbo, который был произведен и проверен в России профессионалами своего дела. То есть я вам сейчас рассказываю про то, что это профессиональный реальный фингерборд. Дальше. Вы держите в руках уникальный фингерборд, эксклюзивные подвески, колеса с подшипниками, мягкая шкурка, новые инструменты, новые дизайны, лучшие райдеры России выбирают Turbo. Станет часть команды. Вот тут сайтик. Ну, коробочка такая, в принципе, прикольная. Вот. И самое интересное, это фингерборд. То есть я вам намекаю, то, что это реально профессиональный фингерборд. Кто разбирается, это фингерборд Turbo P10. То есть есть фингерборды P9. Кто разбирается в фингербордах, так нормально меня поймет. Вот. Значит, открываем. Так. Так. Начнем с того, что, как я вам говорил, это фингерборд за 1000 рублей. Вот. В наборе тут вот такая шкурка. Не знаю, кому видно, кому нет. Но это такая мягкая шкурка, то есть не жесткая, а такая мягкая. Вот. Ну и ключ, в принципе, раскручивать. Так, дальше. Сам фингерборд. Забыл, как эти штуки называются. Дизайн, короче, у него очень интересный. Ну, не знаю, лично мне понравился. Вот, дизайн этой деки. Смотрите, то есть вот доска деревянная. Красивый дизайн деки. И... Смотрите, тут колеса, то есть прозрачные получается. Вот, и в колесах еще подшипники. И, то есть трюк делать, в принципе, удобно. Не знаю, давай что-то так сделаем. То есть трюки делать намного удобнее, чем на, не знаю, обычном фингерборде. То есть трюки делать просто в разы удобней. Ну, в принципе, мне этот фингерборд нравится, ребят, потому что сейчас вам покажу фингерборд, который я до того покупал. Ну, честно говоря, он стоил копейки в прошлом видео, которое я покупал. Смотрите, что с ними уже случилось. Не, ребят, я как бы не такой тупой, чтобы пользоваться такими, поэтому этому вот так вот, вот это вот туда вот в помойку, вот так вот туда вот, короче, на подоконник, вот это все в помойку, значит. Ну, а если проспойлерить немного, я хочу сделать краш-тест фингерборда, я буду его сбрасывать с 15 этажа, еще у меня фингерпарк скоро придет, поэтому я говорю, подписывайтесь, еще очень много поснимаю про фингерборды. То есть фингерборд по сравнению, опять же, вот еще, вот, то есть с этим, ну, то есть смотрите разницу в ширине. Может, на видео это не видно, но в жизни это очень, ну, то есть заметно, что они различаются в ширине жестко. Вот. То есть фингерборд как-то меня устраивает. Трюки делать удобно. Ну, ребят, подписывайтесь на канал. И вот мой новый фингерборд. И всем до новых встреч. И всем пока-пока.
Go, Fletcher, Edgar Fusion.